Пресвятей Владычицы нашей, Богородицы и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя, Святая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, и все святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И честные отцы, братья и сестры, сердечно вас приветствую, поздравляю с этим праздником и благодарю за понесенный труд. Небольшой, конечно, труд, незаметно прошел этот крестный ход, но тем не менее вы потрудились, использовали свое время, этот выходной прекрасный солнечный день, для того, чтобы помолиться вместе, прославить Матерь Божию, и ее помощь, которая особенно была явная и явно явлена во второй, уже в третьей четверти 16 века в городе Казани,
Вот, иногда чудеса делаются через простых людей, немощных. Вот девочке Матроне явилась сама Матерь Божия и повелела найти икону. Она сначала не придала значения ее словам, но потом, такое строгое вразумление получив, она рассказала священникам. Священник в Казани был известный человек по имени Ермолай. Выкопали эту икону, очистили от копоти, от грязи, и вдруг от этой иконы произошли чудеса исцеления. Было донесено в Москву, и тогдашний царь Иоанн Грозный приказал построить женский монастырь на месте явления этой иконы. И вот за несколько десятилетий икона в своих списках распространилась по всей Руси и стала известна как последний явленный чудотворный образ Божьей Матери. И вот мы знаем, что буквально через 40 лет после явления начались смутные времена на Руси, когда прекратились законные правители, цари, появились и самозванцы, и изменники. Все хотели унаследовать огромное достояние огромного российского государства. И много явилось нестроений, много было раздоров, предательства. То есть страсти греховные у людей вырывались наружу, уже забывали и чувство долга, и правила своей веры, и благочестия, нравственности, и отнимали, обижали у ближнего. Много было беззаконий, разбой, убийств. И, конечно, так не могло продолжаться бесконечно. Люди уже взмолились, когда это прекратится. И была опасность вообще утратить нашу церковную, как сейчас говорят, идентичность народа, нашу православную веру, которая явилась таким вот основанием мощным для создания государства. Потому что появились уже и заграничные претенденты на российский престол и другой веры неправославной. И уже был сговор и договор. Вот, если бы они себя более дипломатично вели, может быть, они так разнузданно и нагло, как они себя в Москве вели, может быть, и история пошла по-другому. Но, как говорится, Бог отнимает разум у таких людей. И их вот это вот нежелание уважать культуру, уважать веру нашего русского народа, вот, во многом явилось таким фактором, что люди возмутились, сплотились, искать стали национальных лидеров, национальных вождей. И Москва была пленена, мы знаем, польскими интервентами. В Кремле они засели, и своего уже королевича Владислава везли на престол. Вот. Но нашлись люди, которые сказали, нет, такого никогда не будет, и сплотили людей. И здесь объединились, как говорится, все сословия. Почему единство, единение празднуем день? Потому что нужны были финансовые средства, собрались купцы, собрались состоятельные люди, оплатили воинское снаряжение, все необходимые припасы, коней, чтобы вооружить войско, это какие средства нужны. И появились талантливые начальники, позвали князя Дмитрия Пожарского, опытного воеводу, чтобы он возглавил это ополчение. Ну и главное, что не забыли, что нужен покров свыше, благословение от Бога, от Матери Божией. И войска взяли Казанскую икону Божьей Матери. Уже она была известная. Всего 40 лет прошло после ее явления, а уже во всех городах знали. Быстро вот эта вот весть распространилась о новой иконе явленной и о ее чудесах. И вот с этой иконой мы знаем, как раз ровно 405 лет назад они вошли в Кремль. Русские победоносные войска изгнали интервентов. И через некоторое время избрали уже российского правителя, российского царя Михаила Романова. Уже династия 300 лет, которая правила у нас здесь на Руси, да, до времен как раз-таки 100-летней давности. Вот этот год знаменательный, когда мы вспоминаем события 100-летней давности и 400-летней давности, вот, примеряем это к сегодняшнему дню и, учась на вот этих уроках истории, стараясь вспомнить их, вот, применить к себе, стараемся не совершить ошибок, которые были совершены в прошлом, и научить детей и внуков не совершать такие ошибки впредь. Когда под такими вот общими, как говорится, и всем понятными лозунгами «Свобода, равенство и братство», тут же появлялся лозунг «Грабь награбленное», вот, и творились всякие беззакония, и в итоге не получал никто ни свободы, ни равенства, ни братства. В результате вот таких вот бунтов, потрясений,
Вот. Но всегда находятся силы, которым не нравится сильная, могучая православная Русь, поэтому нужно здесь иметь разум. Вот. А откуда его взять разум? Надо, конечно, обращаться к истории, но надо еще и обращаться к своим духовным истокам, с молитвой к Богу, чтобы Он вразумил нас, вразумил наших правителей, чтобы они находили вот часто единственный верный путь, по которому нужно вести в будущее Русь. Но путь этот известен, мы не знаем политический путь, мы не знаем формы правления, вот, но мы знаем духовный путь. Путь — это сохранение православной веры, которая является залогом единства нашей страны. В этом мы глубоко убеждены, и это показывает история. Только возвращение к истокам, к вере, вот, как бы там ни хотели, но во время Великой, ну, не хотели интерпретировать, я имею в виду. Но во время Великой Отечественной войны тоже был совершен возврат к вере. Мы знаем, что по требованию родственников здесь, чьи мужья, сыновья, братья воевали, были открыты храмы, чтобы за них могли их матери, жены, сестры молиться. И многих вымаливали. Люди возвращались с фронта и говорили, что меня что-то спасало. А что спасало? Молитва матери верующей спасала зачастую. И вот был возврат к вере. И вот когда случаются какие-то скорби, наш народ, как говорится, вспоминает, отряхивает себя всякую, так сказать, наносную пыль, вот, заносного иностранного какого-то атеизма, рационализма, и возвращается к истокам. Вот. И я это желаю всем нам. Конечно, нас, как всегда, меньшинство в данный момент, но много сочувствующих, так оно всегда было. Много сочувствующих, но не всегда люди имеют смелость, решимость вот в открытую примкнуть. Это всегда было, кто-то вот ведет, вот, а кто-то, как говорится, радуется. И поэтому надо, пусть сегодня, может быть, не 200, не 10 тысяч, не 20 прошло, но многие нас все равно так или иначе встречали с сочувствием, с улыбками и с крестным знаменем. Я надеюсь, что дело, как говорится, не в количестве, а в качестве. Вот, чтобы наш пример какой-то действительно, то, что мы вот все называем православными, чтобы он людей как-то вдохновлял и везде, в повседневной жизни, чтобы мы это не забывали, и особенно священнослужители были каким-то примером духовно-нравственным. Потому что сейчас много укоризн, часто незаслуженных, но пропагандистских выпадов в сторону церкви мы видим происходит. Какие-то деятели, вот я вчера слышал уже, которые на слуху, вообще говорят, один из пунктов предвыборной программы у этого деятеля, он прямо сказал, запрет Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Ну, не дождется этот товарищ, естественно. Вот, скорее всего, да, что-то обратное произойдет. Вот. Поэтому кто запретил, да? Если Господь сказал, что врата адова не одолеют мою церковь. Другой вопрос, будем ли мы достойны хранители и носители этой веры? Вот если не будем достойны, Господь другой народ изберет, вот, чтобы они были хранители. Пока Россия является действительно самым большим православным народом, который хранит веру православную. И вот за это, я думаю, до сих пор мы едины, и мы сохранили то, что сохранили. Несмотря на все утраты и растраты последних лет, все-таки ядро мы сохранили. Я думаю, все равно, если сохраним веру, то все равно будущее будет у нас благоприятное, и наши дети, внуки, правнуки еще смогут и в этой жизни пожить, и подготовиться к вечности по-православному. Храни себя Господь, Матерь Божия. С праздником. Я буду.